31 день остался до проведения внеочередных президентских выборов. Сегодня Центр избирком зарегистрировал сразу двух кандидатов. Это Салтанат Турсынбекова от общественного объединения «Казах аналары Дестурге жол» и Нурлана Уизбаев от партии ОСДП. Отмечу, из 12 ранее заявленных претендентов ЦИК на сегодняшний день пропустил 6 кандидатур, две из которых – женщины. Трое участников электоральной гонки ввиду несоответствия установленным требованиям выбыли. Интересно, что уже завтра в 18:00 по времени Астаны завершится этап регистрации кандидатов и начнется агитационный период. Казахстан готов к женщине-президенту. С такими словами после получения удостоверения кандидата на участие в предстоящих выборах выступила Салтанат Турсынбекова. 11 октября ее выдвинули от общественного объединения «Казах аналары Дестурге жол». Известно, что кандидат в президенты активно занимается вопросами защиты материнства и детства, укрепления института семьи, продвижения национальных и духовных ценностей. Женщина имеет право и женщина будет реализовывать все свои права. Я, наверное, в первую очередь за законность в стране, за справедливость. Это и в сфере социальной защиты населения. Салтанат Турсынбековой удалось собрать больше 119 тысяч подписей. Достоверными признали порядка 118 тысяч. А вот выдвиженец от оппозиционной общенациональной социал-демократической партии смог собрать на 1000 подписей больше. Сегодня Нурлан Уизбаев стал 6-м зарегистрированным кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Уизбаева Нурлана Сатыбалдиевича кандидатом в президенты Республики Казахстан. В начале октября от общественных объединений и политических партий было зарегистрировано 12 претендентов на главный пост страны. Изучив их документы, члены Центра избиркома приняли решение о несоответствии трех претендентов. Таким образом, на сегодняшний день 6 кандидатов имеют соответствующие удостоверения и могут начать подготовку к агитационному периоду. Это действующий президент Касым Жомарт Токаев от Народной коалиции, Жигули Дайрабаев от партии АУЛ, Нурлан Уизбаев от ОСДП, Мирам Кажыген от Содружества профсоюзов Казахстана и две женщины – Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников и Салтанат Турсынбекова. Отмечу, регистрация кандидатов в ЦИКе завершится уже завтра в 18:00 часов по времени Астаны. Динара Нургалиева, Нуркен Токмуртин, Информбюро, Астана.